Слушается дело о даче взятки должностному лицу. Вы взятку брали? Да, конечно. Все ясно. Вы виновны. Дело может быть закрыто. То есть взятка моя? Да, ваша, и не пытайтесь отвертеться. Спасибо, ваша честь. Ваша честь, подождите. Что еще? В том-то и дело, что взятку взял он, а должен был брать я. В каком смысле? Я начальник департамента дорожного строительства, а он, ответчик, мой заместитель. Одна компания выиграла тендер по строительству федеральной трассы и должна занести была мне благодарность, но что-то там перепутала и занесла ему, а он не отдает. И не отдам никогда, то взял, того и взят. Ну вот, видите. Простите, а какой сумме белки идет? 500 миллионов рублей. Ваша честь, в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, я, как прокурор, попросил бы прессу покинуть зал судебных заседаний. Разрешаю. Ознакомившись с материалами дела, я должен заявить, что на самом деле эта взятка моя. Чего это? Ну что вы как дети малые, мы бы все равно узнали про эту взятку, завели бы дело, предложили бы вам откупиться. Ну что мы будем время терять? Давайте все решим здесь и сейчас. За 500 миллионов? Ну почему за 500? Я же нормальный человек, я все понимаю. 250, ну с каждого, вы ведь оба в деле фигурируете. Хорошо. Раз разговор перешел в такое русло, то фиг вам! Эта взятка не ваша. А чья же она, интересно? Губернатора. Какого губернатора? Который поставил меня на эту должность, чтобы я помогал нужным компаниям выигрывать тендер, они приносили мне взятки, а я передавал бы ему. Я никому ничего не отдам. Это моя взятка. Отдашь, я как миленький, моя... дорогой мой. Отдашь, как миленький. Так, я займите ваши места. Я, знаете, а вам, гражданин прокурор, я бы тоже хотел сказать. Не надо мне ничего говорить. Тишина должна быть в зале судебного заседания. Извините, ваша честь. Суд конфискует взятку и удаляется для вынесения решения. А долго будет решение выноситься? Долго, лет 20. А потом? А потом, как показывает практика, дело закроется за истечением срока давности. Всем спасибо, все свободны. Тихо. Сейчас еще помашешь. Я помундир плюю.